Я училась у Дедовой Раисы Георгиевны. Она заканчивала Ленинградскую консерваторию и приехала сюда работать. Она сначала работала в нашем театре, в оперном, как солистка, а потом, значит, она уже стала заниматься педагогической деятельностью. И, конечно, она в меня очень много всего вложила. И как педагог, и как оперная певица. В общем-то, я многому научилась у нее. Только начинал. Я учился в Институте искусств Бишналиева. И, значит, как получилась наша встреча. Я шел по коридору и вдруг услышал удивительный такой голос, который он как будто захватывает такую глубину звучания. Я начал искать, где это находится. Вот. И в 14 классе, когда я зашел, они, оказывается, проходили оперный класс. С Арзиевым она тогда работала, она пела «Царскую невесту». Я был страшно поражен тем, что вроде бы невысокая, маленькая, миниатюрная девушка, и у нее столько мощного звука идет, и... Вот это вот было первое мое впечатление, когда я услышал ее голос. Первый шаг к сцене, он был так очень спонтанно, как бы скажем так. Потому что должен был быть Евгений Онегин, а там пели все ведущие солисты, как Чоткараева, Бессеребренников был такой, Владимир Бессеребренников, и Владимир Третьяков. И Ольгу должна была петь Валентина Портнова, народная артистка, меццо-сопрано. Но она, естественно, перед спектаклем за час, она отказалась. Позвонила, сказала, у меня температура 40 градусов, так что я не могу. Естественно, а я уже была готова. У меня эта партия уже была как бы готова, и меня как бы выпустили на сцену, вот как бы доверили, да. И после этого спектакля, это они сказали, ну, эта девочка уже готовая певица, будем ее переводить в солистку. Вот так вот я стала солисткой этого театра. Я думала, честно говоря, что она только начинает петь вообще, и вот на спевках я видела там Валентина Портнова репетировала, там Акрамова репетировала, такие опытные певицы. И потом я вдруг увидела ее в этих же партиях, Алтынай увидела. Я удивилась, потому что я думала, что она только учится этим партиям. Она уже выходила, пела и Амнерис из Аиды, и Кармен пела, в общем, такие большие, очень сложные партии. Тоже такая вот насыщенная по тесситуре очень высокая партия. Очень нравится мне своим драматизмом и накалом страстей. Вот. Естественно, конечно, Кармен, но тоже где-то вот любимая партия. Oh!
Некоторые певцы как-то поверхностно относятся к своим героям. Но когда поет Алтынай, я вижу, как она полностью перевоплощается в свою героиню. Когда Кармен – это настоящая жгучая Кармен, ее отношения с Хазе и пламенные чувства. Я хочу подчеркнуть и отметить, что ее актерские данные находятся на высоком уровне. Абдан жоғары балайт елем, да? По-настоящему она драматическая сопрано. И вот именно в драматических партиях она наибольше себя вот проявляет, раскрывается. То есть вот и Недда в «Паяцах», она великолепно просто в той еще постановке, вот в 2000-м, по-моему, году ставилась. Вот она тогда была одной из лучших Недд, да, и по голосу, и по игре своей, вот по вживанию в роль. У нее из творческой жизни вылетели несколько лет, когда она болела. И, честно говоря, уже многие музыканты, насколько я знаю, они сказали, все, это уже крест, она никогда не выйдет на сцену. Я как подруга еще знаю все эти подробности, как подруга, она сказала, что врач ей сказал, что она никогда больше не будет петь. Она говорит, я была в таком состоянии, что я, честно говоря, не осознала этого тогда, вот я настолько болела. Но когда я вернулась домой, когда вот я представила, что я больше никогда не буду петь, было как-то очень странно. Но ее вот эта вот любовь к сцене, преданность этому делу, она буквально, практически потеряв голос, она обратно возрождается. Она как птица Феникс, которая снова выходит из пепла и заново рождает свой голос. Она выздоровела. И она сразу же попробовала себя в такой сложной очень партии «Сантуцци», «Сельская честь». Как раз шла постановка. Она, оказывается, до того еще учила эту партию. Thank you.
самое любимое, это, конечно, у меня это сельская честь, это Сантуца. Потому что вот как-то сразу вот эта партия легла на мой голос, несмотря на то, что эту партию в основном поет драматическая сопрано. Она очень высокая по тесситуре, но как-то вот у меня это очень хорошо получилось, как бы. Я иногда думаю, когда Алтынай возвратилась на сцену после болезни, она так ярко выразила образ Сантуции. Видимо, это был накопленный в период болезни мощный энергетический всплеск эмоций. Нам партия снушндай татнахай алчыкты. Главный партнер на сцене – это, конечно, наш великолепный тенор, это Садыр Джумашев. В основном я с ним пою и в «Сельской чести», и в «Кармен», и в «Аиде», и во многих других спектаклях, и в «Паяце» я с ним пою. Ну, вот когда мы ставили «Сельскую честь», с режиссером Нурланом Асанбековым, то Садыр, как бы, он приехал только что, как бы, в наш театр, и это была его первая партия. И получается, как бы, не он мне помогал, а я ему помогала в основном на сцене. Потому что он был неопытен, и я ему все время подсказывала. И получается, что, ну, он очень хороший партнер. «Сельская честь» операсын чыгардык. Когда началась совместная работа над оперой «Сельская честь» в оригинальной постановке, у меня не было такого большого опыта, как у Алтынай. Она, это заметив, начала мне помогать, подправлять мое итальянское произношение и другие нюансы певческого исполнения. Этим самым она дала мне огромную поддержку. Мага чоң жардам берди, да? Сын приходит на все мои премьерные спектакли, очень переживает за меня. Даже один раз был такой случай, ему было 13 или 12 лет, он пришел на премьеру «Сельской чести». И там есть такая сцена, где мой партнер Садыр Джумашев, он как бы все время меня отталкивает, а я все время к нему, там, я же его люблю, там, а он меня не любит, да. И вот он меня один раз так толкнул, и он приходит домой и говорит: «Мама, почему, говорит, тебя этот, говорит, твой партнер все время толкает? Я его убью». Представляете? Вот такое было. Сложный спектакль для меня дался «Трубадур» Верди, партия «Азучены». Очень быстро приходилось в это входить, значит, учить. Вот. Ну, я считаю, что она с достоинством, как всегда, с достоинством, с честью выполнила, исполнила эту партию. Oh!
После оперы «Кармен» мы приступили к работе над оперой «Риголетто». Я вот вижу в ней тоску вообще вот в будущем. Если повезет и будет эта постановка, я считаю, что эта партия просто для нее создана, да. И я бы очень хотела этого, чтобы она вот исполнила эту партию, да. И я очень рада, что я ее как бы уговорила немножко приобщиться к Моцарту, потому что Моцарт она отрицала вот наотрез просто. Она, я вердиевская, там я вот такая. Вот. Ну, как-то вот так получилось, что мы стали вот работать над какими-то ариями Моцарта, и вот постепенно она поняла вот эту вот красоту, гармонию, вот эту прелесть, сложность исполнения Моцарта. Ну, из того, что у нас идет в нашем репертуаре, я почти все меццо-сопрановые партии пою. И вторые, и первые партии. Каждый раз, ну как я преодолеваю? Это невозможно преодолеть. Каждый раз трясешься, каждый раз перед спектаклем бывает очень сильное волнение. Почему-то у меня так получается. Вот я выхожу на сцену, даю первую ноту, и все. Дальше уже как бы я вхожу в этот образ, и образ мне очень помогает. После спектакля, естественно, себя чувствуешь такой разбитый. Никаких таких уже внутренних... Все вот это вот выплескивается, все эмоции, и эмоции ничего не остаются. Ну, усталость только чувствуешь. И потом думаешь, вот если бы сейчас еще раз спеть, то, может быть, я здесь лучше спела бы. Бывает всегда вот такое вот ощущение. Мы всегда обсуждаем какие-то вот явления в, допустим, в культурной жизни, особенно вот по каналу культуры, то, что мы видим, спектакли, мы всегда это обсуждаем. Ну, она, знаете, как она может нелицеприятные вещи говорить в лицо. Как бы это, раньше это было вообще сильно очень выражено, она могла сразу сказать вот всю правду матку, да, резануть, как бы, и все, зная вот ее характер, немножко побаивались ее, как бы, да, старались не связываться с ней лишний раз там, хотя она, конечно, сама никогда не задиралась, но, как бы, вот, бывали, и мне что нравится, она никогда не будет лгать, никогда не будет лицемерить, то, что в театре, в общем-то, нормой является. Ну, как бы все люди стараются друг друга обезопасить и там сказать кучу комплиментов. Там, ну, это вот такая театральная жизнь. Сейчас я смотрю, что у нас творится, значит, в мире, да? Скажем, даже далеко не будем ходить в Большом театре. Там такое новое веяние, да? Сейчас как певцы как бы выступают как драматические актеры.
только этим сейчас можно привлечь, да? А если вот так вот стоять и только петь, и все это как бы делать формально, то, конечно, это скучно. А сейчас все это как бы вот это вот нововведение. У нас в театре вот этот новый всплеск привнес такой прекрасный режиссер, как Нурлан Асамбеков. Он у нас работал главным дирижером. Он поставил вот сельскую честь Кармен, да? И это было для нашего города, скажем, для наших зрителей, это было как бы такой взрыв. Это был взрыв, да? Потому что на сцене была игра, хор даже зашевелился, актеры все, певцы все начали играть. В нашем театре есть очень хорошие профессиональные голоса, есть очень красивые голоса, потому что я могу это говорить с полной уверенностью. Я ездила на Кипр, скажем так, и когда мы ездим куда-то, мы все равно как бы сравниваем певцов, да, и у нас неплохие голоса, неплохая подготовка вокальная, да. Вот лепить бы из этих певцов, да, работать бы с ними и в дирижерском плане, и в режиссерском плане. Но, к сожалению, мы сейчас живем только своими старыми, старой базой своей. То, что у нас было, то, что мы когда-то, вот, когда мы работали с такими великими людьми, как Калы Молдабасанов, как Кылынычбек Арзеев. Наверное, все упирается в финансы, наверное, я не знаю. Просто должны сидеть профессионалы, специалисты, которые болеют за наш театр.